Ну, сегодня, когда гуляла, нашла еще вот такой домик, записала адрес. Тоже будем пробовать искать владельца этого дома, интересоваться. Может быть, по адресу найдем его на судебных аукционах здесь, в Швейцарии. Может быть, он в обычной купле-продаже, но точно не жилой. Небольшой такой прямо сказочный домик. Есть вот территория, есть вот такой здесь вот сарай, который можно использовать и под гараж. Сейчас немножко обойдем его. Это центральная часть этого городка. Все здесь рядышком. Не где-нибудь там на окраине, как многие мне пишут. Ну, ремонт, конечно, не делался, но состояние все хорошее. Вот я сейчас спущусь здесь по тропочке, чтобы поближе его посмотреть. Вот такая погода у нас. У нас уже снег почти растаял, только на горе лежит снег. Вот такой домик. Мне так он очень понравился. Прямо такой хороший, маленький, аккуратненький. И кругом такая зеленая елка это стоит высоченная. Обычно такую елку, конечно, не выращивают, немножко подрезают. Видимо, здесь давно никто в этом домике не живет. Многие скажут, а кто же здесь косит траву?